О современных методах лечения рака молочной железы говорили сегодня в Самаре. В онкоцентр на образовательный семинар приехали ведущие специалисты со всей страны. За последние 20 лет заболеваемость выросла почти на 75%. В Самарской области каждый год у более 1500 женщин выявляют рак молочной железы. Врачи отмечают, болезнь становится моложе, но и медицина не стоит на месте. Открываются новые методы лечения злокачественной опухоли. Например, инновационные препараты способны продлить жизнь уже не на месяцы, как это было раньше, а на годы. Основным методом является лекарственная терапия. Появляются новые препараты, появляются новые мишени воздействия, которые улучшают продолжительность жизни больных, то есть повышают эффективность лечения. Вот. И более того, появляются новые способы сопроводительной терапии. Решение, какой метод терапии выбрать, безусловно, принимает врач, но многое зависит и от пациента. Для эффективного лечения мало просто пройти курс химиотерапии. Важно самому верить, что болезнь отступит. Главная стратегия в борьбе с раком – здоровый образ жизни и ранняя диагностика. Все больше женщин выявляется на ранних стадиях заболевания. То любой взрослый человек должен следить своим здоровьем. Организм же не только молочная железа. Надо иметь личного стоматолога, гинеколога, но в том числе маммолога, у которого раз в год любая здоровая женщина может проходить профилактические обследования.